Давай, там, ставь. Я мужика вижу, погоди. Я мужика вижу. О, мужика. Там, где вот дверь, это go away. А, ну, это... Сука, не-не-не, слушай, мне до сих пор мурашки. Я уже подкикиваю. Я иду к тебе наверх. Ты символы расставляй, я тебе буду говорить. Давай, я пошел. Самое главное, на бабу не нарваться. Полумесяц сверху. Погоди, я только иду. Мне кажется, я ее слышу. Полумесяц сверху. Окей, да, есть такое. Так, закрашенный треугольник внутри. Треугольник? Да, закрашенный треугольник. Прям закрашенный полностью черный треугольник. Он вверху, да? Да. Погоди. Так. Погоди, стой. Так, есть, это внутренний круг, да? Так, квадратик внизу будет. Следующий. Там квадратик. Квадрат. Это типа шахматная доска, что ли? Нет, квадрат, прямо квадрат там. Квадрат. Три квадратика внутри. Ага. Большой, он маленький. Он будет внизу, да? Да. Есть. И... Так, что тебе как сказать? Второй круг. Цветочек, прям цветочек, справа будет. Ну, это, чтоб понятно тебе было. Я понял. Как, ну лепесточки здесь такие. Все, я открыл. Так, я вхожу. Я вхожу. Ты вошел? Сука. Зеркало. В Олден Хаусе, да? Это нужно здесь обратно, да, входить? Зеркало здесь где-то, помнишь, которое телепортирует? Так это... Здесь... Ой, сука. Иди-ка вперед. Где? А почему я вперед? Я не хочу. А если... Да что ж ты, тварюга-то такая? Все, нашел зеркало. Ну что, пошли? Я пошел. Так, это нам потом надо... Так, ты что, в зеркало ушел? Да. Оп, дверь немножко отодвинулась. Она открылась. Другая дверь. Иди. Полумесяц. Я вижу полумесяц. Я вижу какого-то... Ну, чувак! А, все. Растворился. Бедный парень. Сейчас дадут свечу. Спойлер. Я понял. Так, дверь открывается. Что, одно зеркало? Да, я его споткнул. Там маски. Маски шоу. Дверь открывается. Я иду... Бля... Ты че меня стопоришь-то? Ладно, все, я спокоен, блять, я просто крутой чувак. Так мы же в Олден Хаус должны пойти, а что мы здесь-то это делали? Ты просто пустил меня по кругу, да, призрака, блять, на радость? Пойдем. Чтобы я кирпичики наложил, пошли. Потому что да. Да, обратно. Там будет поворот, получается. Так, нам нужно зеркало. Опа-на, опача. Меня убили, братан! После. В прямом. Честно? Сука. Так, беги. Просто беги. Я Макс Гуди. Вот это что такое? Просто проходи мимо нее, это отвлекающий маневр. Внутри что за хрень? А чё у нее какая-то херня. Типа, когда убираешь, ты там становишься в каком-то гробу. И там дохера гробов вообще в принципе. И то есть тот чувак второй, он должен тебя найти по... Она музыку идет слушать, смотри.
Сука, она дабстеп слушает, убей ее. Братан, ты понимаешь, что у нее КД, блядь? Иди, пожалуйста. Она пока в КД. Просто беги, пожалуйста. Просто беги, пожалуйста. Пришел. Так, а как Макс зовут? Макс Гуди. Тебе даже этот пишет, блядь, беги. Давай сразу же вниз. Я в подвале. К детям пошел. Да сука. Я пошел. Я так, вижу телек. В Борле? Блять, она здесь. Я ее убил. Все нормально, я ее убил. Пошли в чардж. Опа. Дети падают. А, это ворон. Дети, вороны, ну что уж там. А, пошли Болдуин. Вот Болдуин. Опа. Она здесь! Прямо рядом с тобой. Еще раз, сзади. Твою мать. Она не может там пройти. Я а, ты закрыл, да? Побежали отсюда. Ты, да что ты меня тут? Она идет, она сзади бежит. Где? Не вижу ее. Ага, право. Вижу. Ну что ты, тварь, а? Что ты? А теперь пошли. Все. И она будет здесь. Давай я собираю. Ой, сзади появилась. Да она меня убила уже. Давай, пока у меня ходы, беги туда же. Там черепашка. Черепашка-ниндзя. Короче, гуляет. Она там ходит, бродит. Она не схавает, надеюсь. Я думаю, что нет. Так, а где здесь гардероб? На третьем этаже. Рядом с коняшкой. Точно гардероб? Да. Во. Так. Что за младенцы? Я и забыл про эту тему, типа, что здесь ребенок появляется. Колокол возле старой церкви. А, так это не та церковь, наверное. Да? Скорее всего, вот эта церковь, которая большая. О! Кто там? Боже мой, ебай, я тебя спас просто на реакции. Ты прости. Реакция, боженьки. Все, короче, я в киберспорт ушел. Вот эта церковь, наверное. Так, это приют, да? Да, это приют. Так, подожди, значит, это церковь. Нам нужен... Она сзади тебя, сзади тебя. Фоткай ее. Кто? У нас нет вспышек, ты в курсе? Да. Пойдем искать колокол. Пошли быстрее. Она сзади. Нечем фоткать. Беги. Беги. Давай спрячемся в шкафу. Не поворачивайся, я бегу. Она заперта у меня тут. Ты где? Я в церкви спрятался. Ее запер. Сука. А тебя сковало? Нет, я не мертв. А, все, взаимодействовать можно. Так, надо по очереди. Все, зажег. Хорошо. Так, там какой-то... Мужичок. Мишка. А мужик сверху тебя не напрягает? Где? А, да это хуйня какая-то. Эй, мужик!
Ах, твои пятки воняют, конечно, страшно. Так, следующая кухня приюта. Надо в приют. Где приют? Приют? А, у нас две задачи для приюта, да? Получается так. Это большой, да? Ну, предлагаю тебе разделиться. Давай, я пошел в кухню. Я тоже пошел в кухню. А, ну все, ты в кухню идешь, я пошел в комнату для рисования. Тоже пошел в комнату для рисования. Давай, ты в комнату для рисования, я в кухню пошел. Я кухня же здесь где-то. Да. Она где-то в подвале. В подвале с детьми. Давай, упаковывайся. Все, мы на позитиве, все нормально. Теперь нужно сердце. Ой, сердце вижу, нам нужно обратно. Так, а нам точно туда? Да. А, нам в зеркало надо, да? А если без света ходить, она увидит нас, нет? Не знаю, я не хочу проверять. Выключи свет. Нет. А где-то он наверху, слушай, он где-то наверху. Пошли наверх. Слишком высоко. Нет? Нет. А, ну да, раз. В детской комнате. Все, я вижу эту тему. Я беру. Теперь пошли отсюда. Также таким же путем просто сжобываемся. Как музыка играет. Так, а слушай, а там проход какой-то, это... Не. Это... Туда нам туда не надо. Пошли в этот проход. Налево? Да, направо? Да, направо. Так. У меня есть новые штаны. Нужно эти постирать только после игры и все. Я думаю, на этом можно заканчивать. Фух. Это какой-то спидран был, кстати. Все, игра пройдена. Боже мой, что это было? Боже мой, слава богу, боже мой.